Груви. Всем хай, с вами смотритель маяка, старый, но молодой в душе. И мы играем с вами No One Lives Under the House. Понеслась. О, опять все в дерьме. Все опять в дерьме. А, блин. Крыша протекает. А где же... Где же мое? Тут обязательно взять. Надо будет крышу починить все-таки. Не знаю, когда мне дадут это сделать. Сначала надо все в чистоте содержать. Разумеется. Такое было задание. Охренеть игра. Охренеть игра очень неприятная, стрёмная. Мне было вообще сейчас некомфортно. Неужели мне надо выйти? Что у меня есть в руках? Где все мои предметы? Тогда, может быть, можно это открыть? Нельзя. Надо найти еще два жетона. Ну что, на выход? Ну, по крайней мере, грязь всю смыло с улицы. А это что такое? Это было здесь всегда? Это надо будет лопатой раскопать. По-любому. Пойдемте за лопатой. Мне так кажется, что как только я вот туда поднимусь наверх, я найду там очередной жетон. Так прям мокро. Я прям чувствую себя очень мокро. Смотрите, еще одна ямка. Я ощущаю себя как будто прям... так сыро, неприятно. Лайк, если вы тоже, друзья. Лопата, да. Да, это то, что надо. Крыша еще рано. Видимо, нам не время еще крышу чинить. Ну, не знаю. Что мы ищем? Чайка! Я должен ее взять, я должен ее осветить. Покойся с миром, чайка. Так, еще один за домом. Блин. Пусто? Здесь пусто. Я немного не понимаю, что я конкретно должен найти. Возможно, медальон. Пойдемте на маяк. Посмотрим. Там кто-то стоит? Нет, это лестница просто. Смотрите. Да, лопата. Мне нужна лопата. Окей. Я уже взял предусмотрительно. Оу. Оу. Я должен раскопать ключ. Медальончик! Что это? Личинка какая-то. Чайки до сих пор орут. Гоу, применим медальон. Но, получается, нужно идти в рельеф для того, чтобы там найти еще пару ключек. Что? Что? Я что-то слышал? Так, в зеркало на себя посмотреть, да, если не посмотреть, это плохая примета. Интересно, надо будет еще потом в правильном расположении каком-то сделать, поставить. Мне нравится эта игра, она очень прикольная. Вот, кучка. Опять. Что это за звук? Это, наверное, просто мне так кажется, что это монстр. Пусто. Нет, мне не кажется. Мне, блин, не кажется. Она всегда справа. Она всегда справа, это кажется. Я так и знал, что здесь будет кучка.
Что там? А, это получается только третий день я здесь, да? А уже такое веселье творится. Так лучше смотреть в оба. Вон еще одна. Нам точно туда. Нас заставят идти туда. Да. Нас заставят туда идти. Смотрите, а сейчас этого звука нету. Значит, я реально слышал монстра. Еще кучка. Мяу. Тут есть что-то? Добро пожаловать в рельеф. Стоп! Разворачивайся! Прошу, сынок! Беги, что есть силы! Возьми! Возьми распятие! Нет, стоп! Стоп! Он дает мне возможность убежать! Он дает! Скорей! Сарай! Ешь! Так, ладно. Значит, вот моя будет ноша. Мне нужно будет бегать от этих тварей постоянно. Я вернусь. Я его доконаю, этого монстра. Он думает, что я сдамся. Я его доконаю. У меня лопата есть в руках. Почему я просто не ударил по нему лопатой? Интересно, нам покажут когда-нибудь монстра со стороны? Фух, повезло, что я с первого раза среагировал. Бежал. Ну, что это? Отлично, лейка. И ключ. Куда? Я нифига не вижу. Стало совсем темно, да? Ну да. Вообще трудно. Я прям... Мне трудно сфокусироваться на чем-нибудь. Что это? Вы слышали? Какие-то глухие шаги. Я что-то не увидел, да? Я просто что-то не заметил. Так, давайте наполним нашу канистру. А мы можем, кстати, вниз пойти? Нет. Это место недосягаемо. О. Сейчас в окнах, да, что-нибудь будет? Я готов. Я просто готов. А нет, все нормально. Ладно. Ну что ж, это прям реальный survival horror. Это не будет такой, знаете, как комната страха. Ты идешь и просто тебя пугает, пугает, но ты бессмертный. Да, пусть играет музыка, она здесь... Прям в кассу. Прежде чем мы это сделаем, давайте посмотрим, что за красоты здесь. Ничего не видно. Может быть, что-то есть. Нет. Катсцена. Нет. Я ничего не жал. Что произошло? Что-то произошло ведь? Какой-то подгруз случился. Ну-ка, выходим, давай. Нужно немного выйти отсюда. Было бы стрёмно, если бы там что-нибудь поднялось на этих мешках, что-нибудь страшное. Что? Что я должен сделать? Ладно, пойдемте отсюда.
крутится и хорошо. Дай бог здоровья. Я не могу выйти отсюда. Я не могу выйти отсюда. Все. Погас. Гад, а? Я не знаю, что будет. Что сейчас будет? Пойдемте вниз. Погодите. Куда делось все? Все мое, куда делось? У меня теперь только канистра в руках. Я что, целый день здесь проспал? Простоял в этом месте. Да, что ли? А, мне это, блин, не нравится. Фу, так, расслабиться. Я что-то совсем прям в этой игре. Целиком и полностью. Ничего. Все ради креветок. Все ради них. Что происходит? Что-то они со мной играют. Что это было там? Там вдалеке что-то было. Опять. Теперь он и погас, и перестал крутиться. Они хотят меня рутины добить. А может быть, надо просто выйти? Нельзя! Окей. Кажется, мы здесь в западне. Подвал, пожалуйста, подвал. А, нет. О, спасибо. Я нет. Нет. Нет, 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 нет. Я не пойду туда. Такое ощущение, как будто я еще в подвале. Мне нравится, как несмотря на что, я выполняю свою работу. Вот насколько я хочу осуществить свою мечту. Окей. Да, музыка. То, что нужно сейчас. Ну давай, маяк. Вот сейчас, пожалуйста, без шуток. Катсцена, это хоть что-то. Ну что? Что конкретно? Сейчас еще... Блин, эти вот... Вот эти каты очень крутые. Все. Что такое? Кто-то ходит по крыше. Что ж, друзья, на этом мы с вами закончим играть в No One Lives Under the House. Продолжим в следующий раз. Блин, это прям очень прикольно. Не знаю, как вам, но мне прям приятно играть в эту игру. В каком-то извращенном смысле приятно. В том, что мне нравится вот этот ужас испытывать, эту жуть.
Вот это мокрое, мерзкое, склизкое ощущение присутствия какого-то существа за моей спиной, которое смотрит на меня, пока я сплю. Не знаю, это так стрёмно. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите коммент, вступайте в группу ВК, заходите во все мои соцсети, ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин, люблю вас всех и всем пять!